форуме научной коллаборации имени академика Камиля Валиева состоялся региональный этап чемпионата «Профессионалы-2023». Участники продемонстрировали членам жюри свои навыки в компетенции преподаватель технологии. Большой багаж знаний, там не так все, как казалось бы, просто. Надо обладать очень хорошими педагогическими навыками, уметь выступать, иметь уже базу практики для этого. Ну и, естественно, мы все приехали сюда с целью победить. Это очень интересный чемпионат, который дает очень много позитивных каких-то эмоций, потому что здесь дети могут раскрыться и показать себя совершенно с другой стороны. То есть то, чего не хватает, наверное, просто в обычном учебном процессе. Какую-то креативность свою, какие-то новшества. То есть здесь, на площадке, они друг с другом меняются какими-то новыми идеями, что-то друг от друга перенимают. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. В рамках основной студенты педагогических колледжей Татарстана занимались разработкой интерактивного сценария урока с применением различных конструкционных материалов и технологий. Юниоры в рамках чемпионата занялись созданием модели на основе отечественного конструктора Red Pro. В прошлом году было все просто. Делай как по инструкции, делай как сказали. А в этом году уже больше творчества, больше самостоятельности. Напомним, что региональный чемпионат профессионала является отборочным этапом. Его результаты позволят сформировать состав сборной команды Республики Татарстан для участия в общероссийских соревнованиях. Маргарита Михайлова, Елабужский институт КФУ, Универньюз.